Чернобыль. Сколько еще мрачных памяток недавней трагедии мы будем получать? Беда Чернобыля стала общей бедой. Этим летом в Ивановской области отдохнуло около 1500 ребят из зоны Чернобыльской аварии, из Гомельской и Брянской областей. Отнять у детей радость. Может так победить беду? И пока наши дети не разучились смеяться, давайте срочно будем что-нибудь делать.